настоящий момент тысячи компаний по всему миру инвестируют более 700 миллионов долларов в повышение вовлеченности своих сотрудников. Это означает, что оставшиеся 87% сотрудников не вовлечены в свою работу, не заинтересованы, а иногда желают закрыть или банкротство своей компании. Компания Gallup, лидер в вопросах исследования вовлеченности, подсчитали, что на заработную плату для таких невовлеченных сотрудников ежегодно уходит порядка 350 миллиардов долларов. Это просто баснословная и космическая сумма. По этой причине компания Кино Бланшара последние 15 лет проводили масштабные исследования в 30 странах мира, в том числе и в России. И модель, которую мы хотим представить руководителям, является эволюцией в вопросах мотивации. На нашем курсе мы не только связываем ее с вовлеченностью и показываем, каким образом вовлеченность можно повышать, каким образом мотивация сотрудников влияет на бизнес-результаты. Но и самое главное, конечно, мы показываем, каким образом можно управлять своей собственной мотивацией и мотивацией своих коллег, своих подчиненных, для того, чтобы они испытывали ее на более высоком и качественном уровне. И самое удивительное и важное, что для этого не обязательно инвестировать сотни миллионов долларов. Все, что для этого нужно, это новый взгляд, новый подход, новая парадигма, парадигма оптимальной мотивации.